В центре Парижа прямо сейчас проходит спецоперация по поимке преступников, напавших с ножом на сотрудников пресс-агентства в здании бывшей редакции журнала «Шарли Эбдо». По сообщениям полиции, ранены по меньшей мере 2 человека, 2 из них в критическом состоянии. Квадрат оцеплен полицией. Поближе к месту пытается подобраться наш корреспондент Ильяс Избухова. Он на прямой связи со студией. Илья, здравствуйте. Вот что известно об инциденте? Здравствуйте, Сергей. Известно, что задержан подозреваемый. Его задержали на ступеньках Операду Бастия. Идентифицировали его по следам крови на одежде. Национальная антитеррористическая прокуратура открыла расследование по статье «Попытка убийства в связи с террористической деятельностью». На место выдвинулся и скоро прибудет министр внутренних дел Франции. Президент Макрон следит за ситуацией из Елисейского дворца. Квадрат, где все происходило, сейчас оцеплен полицией, сотрудниками спецслужб. Там проводится проверка, поскольку было сообщение о том, что имеется подозрительный пакет. Все торговые учреждения, магазины, все закрыто в этом квадрате. Закрыты также школы, там находится 5 школ, они закрыты изнутри на замок вместе с учениками. Жителям этих кварталов рекомендовано не выходить на улицу пока. Родители не могут пока прийти в школу и забрать своих детей на обед. Сейчас обеденное время, поскольку антитеррористический протокол предусматривает в таких случаях, чтобы дети оставались на местах. Эта мера также касается школ прилегающего 3-го и 4-го кругов, то есть речь идет о нескольких тысячах учеников. Ну, пока вот это вся информация, которую мы располагаем на данную минуту. Алия, я так понимаю, что вы до места ЧП не смогли добраться. Это отцепленный район или как? Что там сейчас происходит? Район оцеплен, да, и дело в том, что сейчас туда просто невозможно подобраться, огромные пробки. Все едут в объезд района, но мы сейчас пойдем после включения поближе и, конечно, покажем, что происходит на месте. Вот сейчас в прямом эфире слышим звуки сирен. Это, получается, скорая добирается? Это добирается полиция. Огромное количество полицейских стянуто на место, минеры, саперы, поскольку ведутся поиски подозрительного пакета, пожарные, в том числе скорая помощь. Но в основном, конечно, полиция, национальная полиция, жандармерия прибывают на место, и поскольку прочесывается весь квадрат. Изначально речь шла о том, что нападавших было 2, задержан один из них, и количество нападавших до сих пор не уточнено окончательно. Я думаю, что с этим и связано то, что идет тщательная проверка всех вот, окрестностей того, той редакции «Шарли Эбдо», бывшей, где все произошло. Что ж, спасибо вам. Держите нас в курсе. Ждем от вас новых подробностей. Это была Алия Сыздыкова из Парижа на прямой связи со студией.